мама говорит: ну прям беда, квартира, похоже, не передачу, что где когда, не поймешь, что где взять, а? И кончится это, когда? Когда? А папа говорит: чтоб строгость и серость снять, нам нужно где-нибудь второго ребенка взять. А дядя Федор, то есть я говорю, чтоб было хорошо, мы все на Новый год поедем в праздник.